Спасибо большое за внимание. На этом публичные слушания, я считаю, закрытыми. Молодежь пусти! Молодежь дай! Молодым дай снова! Извините меня! Это же Загорянка! Он живой, он живой! И только в Московской области, в России! Я хочу начать! Я думаю, многие, наверное, не знают, что проживал такой поэт, Анатолий Щепов. Дайте микрофон, Ростислав! Если она у меня дома, да, она с вами Хочу вам рассказать некоторые факты из нашей истории.
Я проживаю на территории Северного поселка. В архивах мы обнаружили следующие данные. В 29 году на территории электрозавода в Москве, когда выступала Надежда Константиновна Крупская, было сделано обращение рабочих завода с требованием и с просьбой выделить земли для дачи. И слово «дача» родилось здесь, у нас с вами. В 29 году мы родоначальники всего дачного движения всего Советского Союза, теперь России. Нас больше 60 миллионов по всей стране. И к нашему мнению сейчас стараются не прислушиваться. Принимаются законы, снижающие наши права. С целью отбора нашей земли, ее переквалификации в другие нужды. Просьба присоединяться к нашему общественному совету. И коллективно мы будем работать в данном направлении, чтобы отстоять наш дачный поселок. Спасибо. Нашего Олега Сергеевича, чтобы он перед вами вместе, перед вашей, всей нашей группой, ответил свое мнение и какое у него мнение, как у депутата, согласно поручению господина Валова. Господин Валов, еще раз повторяю, дал всем советам депутатов поручение собрать и по мнению населения принять соответствующее решение. Поэтому я обращаюсь при вас, председатель нашего совета. Какое будет принято решение, мы сейчас... Я не могу сказать о принятом решении, потому что это решает 12 депутатов. Ваше мнение разделились. Много, я вижу. Где разделились? Я вижу, что здесь представители дачного сектора, да? Правильно? Здесь жители Загорья. Люди своих частных домов. Я еще раз говорю, независимо от любой системы территориального управления, это ваша частная собственность, дома, земля. Ее никогда никто на нее не ушел. Решение по итогам публичных слушаний будет принимать совет депутатов. Что ты будешь о нем говорить? Ваше личное мнение. Его в щелку пустить.
Он там у меня панель световую держит, я подсветку делала, чтобы не снять.